Всем привет, ребята! Вы на моем YouTube-канале, и сегодня я снимаю для вас видео. Не знаю, насколько долго оно будет, я сейчас просто готовлюсь к онлайну. Пришла сейчас, наношу лицо кремом. И что еще сделаю? Ну и, в принципе, можно еще гигиенической помадой намазать. Вот. В общем, приступим. Сейчас буду, подождите. Оп. Вот. В общем, сейчас буду приводить себя в порядок. Я, конечно, думала голову помыть. Вот. Но потом подумала то, что, наверное, я не буду. Вот. Ну, не знаю еще точно, короче. Я... Не знаю. У меня сейчас... Скажу, сколько время? Нет, не скажу. 8:23 у меня сейчас. А у меня в 9 начинается онлайн. Приступим. Сначала крем. Вот таким образом это все происходит. Вот. Да-да. Классно. Не знаю. Буду сейчас размазывать это все. Что получится, покажу уже потом. В общем, ребят, вот так вот это все получилось. Как-то так я все размазала. Не знаю, вроде как нормально получилось. Вот, ну не знаю. Вот тут чуть-чуть сюда. Я еле размазала вот здесь вот. У меня оно вообще не впитывалось. Вот тут даже еще, если видно, чуть-чуть остался крем. Вот. Но не сильно. Много. Вот, вот здесь вообще сразу впитала все вот тут вот. А вот тут я еле размазала. Еще и на волосы нужно, чтобы не попало. Вот, ну, в общем, как с горем пополам размазала, как говорится. Теперь будем гигиенической помадой. Все. Вот мы и привели себя в порядок. Как говорится. Вот. Губы накрасила. И кремом тоже намазалась. Вот, в общем, сколько у нас там время? 8:28, 8:30, считай. Я сейчас иду... Куда я иду сейчас? Не знаю, куда я иду. У меня еще, в принципе, есть время, но мне еще надо делать английский, потому что вчера я хотела доснимать видео, делаю... В общем, хотела доснимать видео, как я делала из тетрадки блокнотик, то есть личный дневник. Ну, личный дневник, блокнотик, вот для страничек, в общем... Вот, но не доснимала и уроки тоже не сделала. Не, ну некоторые сделала, я сделала. Мне надо было геометрию и английский, я геометрию сделала, английский оставила на сегодня, потому что вчера уже прям вообще устала и очень поздно легла, а мне надо было еще и пораньше проснуться, чтобы как бы, ну, пораньше. Проснулась в 7:26. В 7:26 проснулась, обалдеть. Ну, если так, то в 7:30 я проснулась. Это не так уж. Я обычно, у меня, я смотрю и не пойму, чей я будильник проспала или что. Просыпаюсь, а уже такая, так очень светло, прям вообще капец. Значит, я беру телефон, смотрю, а у меня будильник отключен. А он у меня на 7:40 стоит. А я на 10 минут раньше, получается, проснулась. Вот. Ну, в общем, ничего страшного, как бы, ну, раньше проснулась и хорошо, влог потом сейчас сниму, сколько получится. Мне, кстати говоря, уже заканчивается гигиеническая помада. Вот, смотрите, сколько осталось, вообще мало. Вот, надо будет как-то купить. Ну, либо вышкрябывать оттуда. Вот не очень удобно то, что открывается только с этой стороны, а с той не получится открыть. То есть, ну, было бы прикольно, если бы с той стороны открывалась, откручивалась вот эта штука. Вот. Я кучу всяких помад оставила еще, конечно же, у себя дома. Вот, но я думаю, они мне, в принципе, не так уж прям понадобятся. Ну, в общем, надо будет что-то решить с ней, потому что я губы мажу каждый день, а иногда и по два раза, потому что я ее съедаю, пока я пью воду или еще что-то. Вот, а, ну, надо будет как-то разобраться, короче. Я вот думаю, у меня сейчас, я постоянно в последний момент это все решаю. У меня сейчас 8:31 времени. Онлайн у меня на 9. Мне сейчас первым уроком физра, обалдеть. Онлайн у меня, значит, на 9. Я вот думаю, мыть голову или нет. Она, в принципе, высохнуть у меня не успеет. А если я не помою, то она будет грязная. Ну, она не сильно грязная, но я после уроков по-любому буду мыть. Ну, или вечером, без разницы.
Вот не знаю, что мне делать. Но я, наверное, сейчас не буду мыть, потому что я решаю это в последний момент. Уже когда вот все, я думала, я когда еще заплеталась, расчесывалась, думаю, мыть голову или не мыть. Подумала, не буду мыть. А теперь я думаю, что надо было помыть все-таки. Потому что если я проснулась в 7:30, где-то в 7:35 я начала уже заплетаться, расчесываться. Вот, и я думала, мыть или не мыть. Тогда бы я успела помыть, потому что у меня как бы еще час, считай, что оставался до урока, и за час она по-любому бы высохла. Я просто феном не пользуюсь, потому что у меня потом волосы не пушистые, а вот такие, как сейчас, когда я феном. Вот на следующее утро они вот такие у меня. То есть, что я мыла голову, что я не мыла голову. И вот сейчас не знаю, что мне делать. Наверное, я не буду мыть, потому что вот пока я с вами поговорила, уже 8:35. В общем, ребят, я решила не мыть голову, потому что это будет сильно затяжное мытье головы, вот. Поэтому решила не мыть голову. Кстати, у меня многие спрашивают, почему я сейчас снимаю на телефон, потому что у меня все камеры остались дома. И когда я куплю первую камеру, то буду снимать уже на камеру. Так, конечно, намного будет проще. Потому что с телефона я, то есть, не могу принимать звонки, там, например, еще что-то, когда я записываю видео. Потом, конечно, могу перезвонить, но могу по часам перезвонить. Но не все знают, что я на часах в основном. Вот. У меня, кстати, еще для вас такой мини-сюрприз будет. Ну, как мини-сюрприз, не знаю, короче. Я хотела создать, в общем, в Инстаграме. В общем, в следующем видео расскажу, если не забуду. Потому что у меня постоянно такое, что я забываю. Думаю, что не забуду в этот раз. Вот, в общем, ребята, всем пока-пока, до новых встреч. И у меня сейчас уже будет скоро онлайн, мне главное на него успеть. Сейчас еще, может, попью воды там, может, в общем, надо еще к уроку подготовиться. Вот. У нас, кстати, только начало года, уже начинаются всякие контрольные, всякие самостоятельные. Вчера писали самостоятельную, а завтра по алгебре надо будет писать самостоятельную. Вот. 8:30. Ой, 8:38 уже. Ну, в принципе, я уже компьютер включила, мне сейчас остается что? Сейчас мне остается просто прийти. И не знаю, что делать. Сидеть, ждать. В общем, ребята, всем пока-пока, до новых встреч. Не знаю, когда этот влог выйдет. Возможно, вечером, возможно, сейчас. Возможно, в обед, возможно, не знаю. Короче, всем пока-пока, до новых встреч. А, что-то не получилось, да? Нет, не так это надо. Тогда нам надо развернуться. И сделать вот так. Пока-пока.